В этом ролике я покажу, как копают колодец на 5-6 колец. Кольца внешний диаметр метр, внутренний 80. Копает моя соседка с помощью бригады колодезников-копальщиков. Вот этой соседке мы строили дом несколько лет назад. Вот ролики у меня есть на канале про то, как этот дом строили. Вот сейчас она наконец накопила денег на колодец. И вот в этом ролике я покажу пошагово, как копать колодец. Кольца привезли, сложили не рядом с колодцем, а рядом с забором, потому что к колодцу проехать было сложно. Ну, в принципе, их докатить без проблем. Такое кольцо весит около 500 килограмм. Внешний диаметр метр, внутренний 80. Вот, пока что они копают шахту на несколько колец, пока сильно вода не пойдет. Думаю, кольца 3-4 прокопают, потом, наверное, опускать будут. Вот, иногда кольца привозят, когда уже шахта готова почти. Те же 4 кольца они могли выкопать. Потом приезжает манипулятор, опускает тросом эти кольца сразу в шахту. Но они, видимо, будут руками опускать. У них есть для этого специальная... ворот с большим диаметром под ведро и с маленьким под кольца, так что они будут руками все опускать. Работа продолжается. Клад найден. Серп. Еще молот надо найти, будет вообще отлично. Вода уже чуть-чуть показалась. Это, наверное, потому что пруд здесь рядом. Засыпаем ямы на участке. Глубина около 2 метров. Воды все еще нет. Чуть-чуть там по стенке сочится. Вот, но в целом воды нет, несмотря на то, что пруд близко. Тут в 15-20 метрах. Сюда вот за счет того, что глинистая почва, вода не проходит от него. Вот, копать достаточно удобно. Такую крестовину поставили. С воротом. Выравнивать, чтобы она ровнее была. Три кольца уже там есть. Крестовина с этой стороны открытая, чтобы можно было носить ведро. Пятьсот килограмм кольцо, да? 600. 600, да? Угу. А, я думал 500.
Все село. Водоносный слой с белым песком. Шесть колец выкопали, пять поставили. Сейчас вот шестое закатим. Поставим на дне родник, плывун. Вода очень быстро идет. Вот такой белый песочек. Весь вот этот белый песок, это содержит слой воды в нем. То есть какая-то подземная река такая в песке течет. Ну, в общем, кольца полтора воды должно быть точно, если не больше. Потому что приход вот сейчас прям за минуту пол кольца набралось. За две. Вот колодец готов. Домик временно поставили на такие бруски. Потому что не хватило колец. То есть до нормального уровня воды пришлось вкопать все 6 колец, хотя рассчитывали на 5. И тут еще сантиметров 20 это кольцо осело. То есть еще одно или два кольца, посмотрим по мере оседания, придется докупить и поставить, когда будем копать септик. Вот, ну вот такой домик колодезный продают, там в районе 6,5 тысяч рублей готовый. Здесь вот ворот с бревном, с таким, со цилиндровкой. Вот, вот такой тонкий ворот, но в принципе все нормально. Нормально тут закреплено в бруске. Вот эта вот ось ворота. Может быть, единственное, я бревно схвачу хомутами такими толстыми, какими-то 200-ми по диаметру. Вот, ну так домик ничего. Покрашен, вроде пробит более-менее. Дверца на нормальных петлях со щеколдой. Вот, то есть в целом, когда он будет повыше стоять, на высоте кольца или полутора, будет смотреться поинтереснее. Ну, в общем-то, все. Колодец выкопан. Теперь будем ждать, сколько воды наберется. Фильтровать ее, сливать. Смотреть, когда новая зайдет, пока она отстоится. В общем, на этом все. Вопросы задавайте в комментариях. Что упустил, расскажу в них.